Так, всем привет. Сегодня у нас 7 мая. Очередной наш созвон. Наша тема сегодня пошлины. Принцип начисления тарифа. Вот, приступаем. Хотел вначале это самое сказать. Я сегодня там раскидал ссылочку на программку. Ребята сделали бесплатный трекер, Amza Keyword Tracker. Попробуйте, посмотрите, потестируйте. Она бесплатная. Ну, надеюсь, там никто не занимается какими-то там серыми черными способами выманивания ваших паролей или еще чего-то, как там мне в Телеграме написали. Но на самом деле просто не заносите никакие базовые пароли. Везде там разные пишите, если вам так хочется. И второй момент – это все права доступа и всего остального. Ну и третье – надо понимать, что любые программы также нас парсят, какие бы они ни были. Большие, маленькие, не имеет значения. Приступаем. Меня зовут Вадим. Мы уже несколько недель подряд выступаем с различными темами в компании Partner Trade. На сегодня у нас тема пошлины. Как начисляются, какие товары пошлины начисляются, на какие они начисляются. Как проверить пошлину заранее на свой товар. Какие они по размерам в принципе могут быть, какие проблемные товары, какие попадают под анденминг, как этого избежать, как это проверить, и нужно ли их в принципе платить эти пошлины, да, кому их платить и в каком размере, и как проверять, что вы заплатили правильно, корректно и нигде вас не обманули. На самом деле пошлины при ввозе в США насчитываются от $0. На данный момент я имею в виду такие типы перевозки, как авиа и море. От $0 при стоимости пары перевозки начисляются пошлины на общую сумму. На большинство товаров, те, которыми торгуют продавцы на Амазоне, пошлины насчитываются фиксированно в проценте от стоимости пар по инвойсу. Как просчитать их можно предельно просто. Есть сайт с официальными тарифами, я сейчас его кину здесь в комментарии. В нем можно вбить первые 4 цифры своего кода, который вам представили китайцы. Общий код, HS-код, состоит из 10 цифр. Первые 4 цифры являются международными. И потом дальше уже по подгруппам идут в зависимости от того, какая страна, какая категория, может меняться. Соответственно, не всегда бывает такое, что не всегда тот код, который вам дали китайцы, он является последним, да, и конечным кодом при начислении пошлин на продукты. Финальные цифры по HS-коду, уже по HTS-коду, скажем так, это непосредственно код для американской таможни, по которому насчитываются пошлины, уже определяет брокер в Америке. И инстанция является тем человеком, той службой, которая определяет, какая сумма пошлин будет насчитана на ваш товар уже после того, как его очистят в таможенном порту. Вы когда зайдете на сайт, вобьете свои первые 4 цифры для проверки, да, которые вам дадут китайцы, там будет огромное количество кодов, цифр, там первая колонка, в которой будет писаться точная сумма, точный процент пошлины по вашему товару. Очень часто бывает так, что с первого раза вы можете не найти свой товар, да, или отнести его в той или иной категории. Такое очень часто бывает. В этом случае в помощь вам идет специализированный брокер американский, который точно сможет определить, как ему удобство ваш продукт. В открытом доступе, к сожалению, все их проверить невозможно. Большинство из кодов попадает в категорию «другие», потому что сама тарифная система писалась очень давно, и многие товары, которые уже появились на сегодняшний день, к сожалению, она не учитывает. Она учитывает общие категории, общие группы товаров, миллионы, миллиарды, и, к сожалению, каждый из них не может являться сверхуникальным. Поэтому большинство товаров попадает в категорию «другие».
Совершенно, ну, например, по категорию я только что вбил по памяти код, который мой один из моих знакомых по памяти, и многие не выбирают площадки, даже уже в подкатегории, в зависимости от материала, они там меняется процент пошлины и описание того, каким должен быть этот товар. Также в некоторых случаях на специальные товары насчитывается пошлина еще, кроме общей пошлины от стоимости партии, насчитывается пошлина за каждый отдельный юнит. Какие-то категории, в основном это ножи, различные ножи, как кухонные, столовые, раскладные, раскидные. Все типы, на них отдельно насчитывается еще пошлина в размере 4 цента за каждый юнит, который отправляется. Также в эту категорию входят часы, все типы часов, на них насчитывается фиксированная сумма от 30 центов до $1.5 в зависимости от типа часов, которые транспортируются в страну, кроме отдельного процента от общей суммы конверсии. В большинстве случаев к этому, ну, рассчитать заранее на 100% – это очень сложно. И только брокер, который уже будет растаможен, может вам сказать, что это будет купить. Каждый из вас всегда имеет полное право на то, чтобы оспорить то или иное решение таможенного брокера либо форвардера, который заказывал этого брокера или оплачивает ему услугу по таможне, по растаможке груза вашего в США. Вы можете оспорить сумму пошлин в течение 2 недель. Сумма пошлин, а также решение по принятию того или иного кода, который принял брокер. Здесь нужно понимать важный момент, что иногда, как бы вам не хотелось отнести свой товар к другой категории, необходимо все-таки смотреть на это объективно и правильно оценить, в какую именно категорию и к чему именно относится ваш товар. У нас был опыт, когда товар некорректно относили, до нас все перевозчики некорректно относили в другую категорию. Называли его, ну, грубо говоря, да, везем носки, называем их трусы, да. Как бы это не звучало, не было неправильно, но все-таки так бывает, так иногда делают, и товар возили без пошлины. А наша компания и наши брокеры действуют всегда в рамках закона в Америке. Соответственно, когда мы привезли груз в США, данному таможенному коду инспектор определил, что товар не относится к носкам, да, не к трусам, это уже непосредственно носки. А носки, значит, это другой таможенный код. У нас было много споров с клиентом, мы обсудили все возможные варианты, к чему можно было прийти в этом случае. И варианты могут быть следующие. Можно писать письмо, в котором можно обязать брокера, чтобы он выбрал код, который предоставляете вы, что вы считаете, что товар нужно растаможить только под этим таможенным кодом, не под каким другим. Дать указание брокера, этим самым официальным письмом брокер снимает с себя ответственность за то, что товар будет растаможен некорректно. А второй вариант действий, который можно провести в этом случае, это подать официальный запрос в таможню США, импортера, экспортера, заполнить документы, какие грузы, когда последний раз вы импортировали данный товар в США, кто его производит, кто его импортирует, кто его экспортирует с другой страны. Указать, сколько раз вас не вывезли на территорию США, и попросить их определить корректный таможенный код на данный продукт. Эта процедура может занять примерно 30-90 дней, а таможенный орган США будет относить ваш товар к той или иной категории, определять его таможенный код. После этого будет выдан документ, в котором будет написано, что данный товар можно ввозить в страну только под этот таможенный код. Указывать вот эту стоимость товара, и этот код является единственным правильным. После этого все решения, которые были приняты по данному товару на протяжении последнего года, даже двух,
будут пересмотрены, вам будет либо довыставлена, либо компенсирована та сумма, которую вы оплачивали при импорте данного продукта на территории США. Это очень сложная процедура, долгая по времени, однако же, если вы уверены на 100%, что пошлину на свой товар, что вы не хотите платить пошлину на свой товар, и на ваш товар нету пошлины, то вы можете это доказать официально вместе с вашим форвардером и платить ровно столько, сколько вам необходимо. Почему тема пошлин настолько важна? И я считаю, что одна из больших проблем продавцов на Amazon на сегодняшний день, тех, кто импортирует продукты, экспортирует продукты с Китая, экспортирует их с Украины, с России, других стран, в том, что почти никто на начальных этапах не учитывает такой момент, как пошлина, при своих просчетах, при запуске продукции и так дальше. Есть определенная категория товара, как известные рюкзаки. Она очень популярна на сегодняшний день, на этом рынке очень много продавцов занимается подобным товаром. Однако же то, чем многие, кто возит с китайцами, до сегодняшнего дня, если считается других породами, я не возил с другими породами, возможно, даже не знают о том, что на данный продукт насчитывается пошлина в размере 17,6% от общей стоимости партии по инвойсу. Это много. Я бы сказал, что даже это предпринимательно. Почти 20% от общей, а пятая часть от стоимости партии нужно заплатить пошлину при импорте в США. Это проблема, и это очень может очень сильно ударить по маржинальности продукта, по всем просчетам, по то, как люди подходят к просчетам, к запуску продукта. И в итоге это может очень сильно ударить по карману, да, и чуть ли не прибить, потому что не все рассчитывают на такие моменты. А есть товары, которые попадают в антидемпинговую категорию. Это товары, которые стимулируются, товары, производства которых стимулируются на территории США. Что имеется, в эту же категорию попадают, грубо говоря, эти же рюкзаки. Что это значит? Правительство, заведомо увеличивая пошлины на импортные продукты, стимулирует производство внутри страны. И есть товары, на которые никто бы никогда не догадался, что даже подумать сложно. Для примера, товар, обычный блокнот, в котором люди пишут каждый день, при импорте в США, на него считается пошлина порядка 80% от общей стоимости по импорту. Конечно же, это находится лазейки, как это можно уменьшить, назвать по-другому, отнести в другую категорию и так дальше. Опытный брокер поможет и подскажет сделать это на начальных этапах, в момент, когда вы только планируете свой экспорт, экспортно-импортные операции. Потому что, если не учитывать эти моменты, то можно попасть на очень большие суммы, которые для вас могут являться суммой. У меня был опыт, когда в компании, с которой мы постоянно растамаживаем грузы, пришел новый брокер, который был неопытный. И он растамаживал те же грузы, которые мы раньше возили. Он пришел на стажировку, и нас не познакомили, сказали, что вот он будет принимать и дальше обрабатывать все ваши грузы как персональный брокер. Мы познакомились, все хорошо, сплю я уже в Украине, у нас уже час ночи. Приходит мне письмо от брокера, в котором указано, что по entry, по файлу 75.01, это файл, по которому насчитывается таможенная пошлина в США, финальная уже. Нам насчитали пошлину за контейнер, что больше $13 в общем по товарам. По моим предварительным просчетам и по тому, как мы завозили данные товары раньше с другим блоком, с этой же компанией, у меня получалось там в среднем $1500-2000 пошлины на эти продукты. Открыл файл, я проснулся утро, скачал этот файл, просмотрел, а товары, которые мы раньше возили без пошлины, либо же с маленькой пошлиной, в этот раз, используя тот же таможенный код, который использовали раньше, отнесли к другой категории. Как это возможно? Честно, я так и не получил корректного ответа, почему получилось именно так, а не вот так. Однако же я сбросил скриншот из прошлой растаможки,
И мне используют те же таможенные коды, которые были до этого, очистили грузы от 0%, как я растаможивали раньше. Поэтому даже таможенный код, который у вас уже, по которому вы уже импортировали в страну, который вы использовали много раз, может привести вам какие-то определенные сюрпризы при последующих отправках. К этому тоже нужно быть готовым, нужно использовать качественного проверенного брокера, который сможет вам подсказать, сориентировать в правильный момент для того, чтобы вы не переплачивали лишние деньги за эту процедуру. А, может быть, есть какие-то вопросы, пока поступило, чтобы... У меня есть вопрос. Так как мы не занимаемся логистикой, а занимаемся продажами, мне кажется, более правильно, наверное, обращаться к профессионалам, потому что я вот честно могу сказать, если я еще буду думать о пошлинах, о всех этих моментах, меня колпак сорвет. Вот я и так целыми днями сижу, смотрю за там, ну, на разных стадиях за разными, конечно, вещами, но в первую очередь мы, естественно, смотрим за продажами и за затратами, то есть доход, расход. И когда я хочу доставить товар, я не хочу запариваться вообще. У меня есть на старте новый товар, я не понимаю, как с ним работать, мне надо просто куда-то обратиться, сказать, вот, ребята, как я тебе сегодня говорил, мне интересно, например, как я буду возить там, из Мертвого моря там Азию, например, или из Индии буду возить там масла различные там, вот, или еще что-то. И, соответственно, к тебе обратился, мне сказал, будет стоить столько-то. Ну, то есть я даже когда производителем общаюсь, даже по обычным товарам, я всегда говорю всем своим, кого консультирую и сам, мы должны узнать основные затраты. Основные затраты – это производство и доставка. Производитель нам доставит товар, ну, как минимум, дороже в любом случае. Ну, то есть, если они нам выставляют счет, я как бы рассматриваю, что они знают, как правило, проценты 80-90, если они работают с Амазоном, то точно знают, вот, сколько это будет стоить. По черному они возят, по белому – это уже вопрос второй, потому что если мы работаем напрямую с производителем, мы ему оплачиваем полную сумму денег за товар и за доставку, соответственно, мы гипотетически, ну, опять через трейд-эншоу, через пайпл, мы гипотетически можем предъявить ему за это. Если мы работаем с форвардером, форвардер взял, товар потерял, он вас, оказывается, не застрахован, привет, до свидания, это ваша проблема. А нам никто не говорит, что страховать надо, но это незнание законов не освобождает от ответственности. Вот, и я к чему веду все это? К тому, что не проще ли делать там именно как не то, что справочный центр, а мне интересно то-то, то-то, сколько это будет стоить. Я начинаю с производителя, и потом, в принципе, ну, всем советую, в любом случае, у производителя узнавать стоимость, порядок цифр, не на Алибабеже смотреть, то есть стоимость товара, стоимость доставки от производителя, и потом просто перепроверять где-то. Например, у вас, например, там еще может быть где-то. Вот, может быть, это более правильный подход? Как думаешь? Ну, самый правильный подход – это отправить людей и сравнить ответы, понять, кому ты больше доверяешь, как ты относишься к тому или иному, и уже после этого непосредственно принимать какое-то решение. Нет. Это самый правильный вариант. Это понятно, можно понимать, это понятно. Фабрика, которая находится в Китае, которая занимается производством, она не может понимать все тонкости по импорту продукции в США. Им тоже она это не надо. Может. Им тоже это не надо. У них есть опыт. Они работают, понятно, с какими-то форвардерами, которые, наверное, супер дешево возят, которые возят там в черную, в белую, в серую, в зеленую. Я не знаю как. Я знаю, что я производителя могу предъявить. Форвардеру намного сложнее мне предъявить. Ну, потому что там куча всяких таких нюансов, которые, я не знаю, производителя мне проще. Я через трейд-эншурнс оплатил, товар мне не доставили, я объяснил, что мне не достали товар. Я уже начинаю там разбирать, хоть какие-то рычаги есть. Но я дело не в этом даже, я просто хочу, вот, у меня есть товар, хочу знать, сколько будет доставка стоить. Ты мне говоришь там, сколько будет коробок, какого они размера, что у них будет. Все, я тебе отдал, ты мне посчитал. Ну, к примеру. Вот, да, производитель мне тоже посчитал. Мне кажется, это более правильно, потому что есть, естественно, экспресс, есть там сборные какие-то доставки, есть там море, соответственно, там фобы и так далее. Я даже названия их не помню все, потому что мне, я говорю, мне надо море доставить. Мне говорят там,
20 дней, там, я не знаю, 30 дней, 40, там, 60, ну, все по-разному. Я говорю, мне надо вести, там, мне нужен полконтейнер, мне надо вести экспресс, мне надо вести самым быстрым способом. Я слышал, что самый быстрый FedEx там чуть ли не за сутки доставлял. Ребята мне рассказывали. Ну и как бы, вот мне что интересно. То есть, куда мне обратиться, чтобы понять, сколько это мне будет стоить? Вот ты сейчас говоришь, рюкзаки. Ну я опять же, я спросил, сколько мне будет производство рюкзака стоить. Предположим, $3. Я говорю, ребят, сколько будет доставка этого рюкзака в Америку? Они говорят, еще 2. $5. Если я планирую продавать по 12, по 12 минус фи там в районе 5 баксов, а то и больше, то получается, я ничего зарабатывать не буду, зачем мне нужно. А если по 22, то мне уже интересно. То есть у меня принцип достаточно такой простой. Ну, знаешь, я скажу так, что китайцы, да, допустим, там, либо производители, там, китайские форвардеры, все остальные, те, кто возят без пошлин, грубо говоря, да, там, где накидывают 35 центов за текстиль, либо и другие варианты. А если ты планируешь заказать партию, привезти ее на Amazon, распродать, и потом дальше повезет, не повезет, приедет ли новая партия, это одна стратегия, которой можно придерживаться, с которой можно работать, да. Там есть больше кнопок, больше рубанул, продамали, все хорошо. Если планируешь играть в долгую, строить бренд, который потом планируешь вводить не только на Amazon, но в офлайн, другие площадки, развивать это все дело, то я, честно, не рекомендовал бы подобную стратегию работать. Ну в чем она стратегия? Я к тебе обращаюсь, ты мне доставляешь товар. В чем она стратегия? Почему? Объясни минусы моей стратегии. Я не могу понять, вот я из-за этого и спрашиваю. Минусы, смотри, когда ты проходишь по таможне, в таможне импортируется каждый раз, когда ты возишь товар, независимо от того, с кем ты его возишь, со мной, с китайцем или с кем-то другим. Бренды светятся, когда их даже не указывают, в случае попадания на какие-то инспекции, проверки, все равно вносится в систему, видимую систему электронную, которая постоянно тебя будет отслеживать. А если ноунейм, а если нет бренда, если ничего нет? Есть только фабрика, откуда везешь? Ну, сегодня она так называется, завтра по-другому. В этом случае, честно, не могу тебе сказать. Фабрика сегодня одна, завтра другая, это другой вопрос. Понял, хорошо. Если фабрика одна, я в любом случае, я в любом случае не могу понять. Ну, привез я свой товар. Мне его растаможили, там, занесли мой бренд и все остальное. Но я могу, во-первых, торговать с разными товарами. То есть бренд мой может, там, я не знаю, там, какой-нибудь Unilever, он торгует, начиная там дезодоранты, унитазные там всякие штуки и заканчивая физическими товарами и всем остальным. Вот, или какой-нибудь Крафт, или Nestle. Они торгуют огромным ассортиментом товаров. Абсолютно любым. Я не пойму, связь какая. Мы сейчас говорим не о том, что мы торгуем и нас заносят в базу, а о том, как нам торговать правильно. Вот, но я хочу просто на аутсорс отдавать. Я не хочу... Вот сейчас мне надо переговоры с китайцами. Я не собираюсь китайский язык учить. Я же найму человека, если мне надо будет переговоры с ним, то есть я поеду в Китай. Найму человека, который будет по-китайски переводчиком. Да, есть люди, которые там склонность к языкам, учат, там нравится. Мне нравится торговать. Вот, из-за этого мне на это время нет. Также и здесь, по доставке. Я просто должен обратиться куда-то. Вот, кто мне реально меня проконсультирует, и мне скажет, тот и тот и тот. Вот. И, соответственно, мы сравним цены и выберем тот формат, с которым будем работать. Все верно. Ты говоришь все абсолютно верно. То, что научиться, ну, смысл все уметь, зачем? В любом случае, вы в этом специализируете. То же самое, что даже если я буду все знать, у меня будет маленький объем товара, как ты мне объяснял, что проще вести большую партию, и, например, на ваш предцентр, и оттуда уже, соответственно, гнать товар на Amazon частями, чем, например, часть вести на Amazon и часть к вам на склад. Потому что в любом случае карта и поставка имеет определенную минимальную затрату, правильно? Да, все верно. То есть, как она там называется, ну, неважно. Вот, вот и из-за этого вот разговор, что просто как посоветую людям, как просто делать на будущее. Вот, все тут работают, тут ни одного человека нет, я уверен. Ну, по крайней мере, они себя убеждают однозначно, что они работают в долгую. Нет ни одного человека, который рассматривает, особенно кто на привате работает, я привезу товары и
была, не была, в следующий раз была, не была, потому что я могу сказать, кто до этого не дошел, вот эта нервотрепка, это хуже всего. Не зашел товар, неприятно. Но когда у вас классно он продается, и когда у вас там достаточно долго вы работаете, там, я не знаю, там, год, два, и потом у вас какая-то такая серьезная проблема возникает, когда у вас там, я не знаю, там, out of stock и контейнер, там, я не знаю, тысяч на 300 завис на таможне, это все, что вы заработали за эти 2 года, как бы это будет не айс, правильно? Из-за да, этого, все верно. Да, скажи нам, как это избежать, пускай не 300 тысяч, пускай 30 тысяч, у всех разные обороты, не имеет значения. Ну, скажи, как это правильно сделать, чтобы этого не было. Ну, для того, чтобы, если мы говорим сейчас непосредственно по out of stock и по другим моментам, то моя рекомендация будет следующая, что будут те варианты доставки, которые тебе необходимо, будут максимально выгодны сейчас, да, и максимально будут подходить под те сроки, которые тебе необходимы. Что имеется в виду? Заказываешь против товара и понимаешь, что у тебя вот скоро товар закончится, да, ты выходишь аут, и ты отправляешь всю партию в море. Это неправильное решение, потому что, ну, оно неправильно из-за того, чтобы ты, чтобы не уйти в аут. Ты должен пополнить свои запасы быстрее. С тем, что в этом случае тебе часть приходит быстрее, потом вторая партия, и третья уже с самой большой маржинальностью уже приходит в самом конце. В этом случае ты обезопасен, потому что у тебя идет 3 груза, идет разными способами, и риск того, что это зависнет, застрянет, уменьшается. Однозначно. Второй вариант, который еще более безопасен, это когда ты заказываешь, у тебя есть постоянный тренд продаж, который ты понимаешь, подсчитываешь его наперед. Ты можешь заказать большую партию, привезти ее все штрафы ранее, принести ее на предпочтение и частями досылать на Amazon по мере потребности. Уже риск потери товара, либо же его уничтожения, либо чтобы он не застрял уже по территории США, он в разы ниже, чем если отправлять его с Китая, и он летит в Америку. Потому что большое количество рисков, связанных с таможней в Китае, с таможней в Америке, с транзитом, с пикапом, со всем остальным, отсекается полностью. Груз уже хотя бы на территории США. Поэтому, ну, основной вариант, который бы я рекомендовал, да, который бы я следовал, это делать запасы, которые у тебя есть постоянно. Не, я про сейчас на данный момент, я понял, к чему ты ведешь. Я на Fulfillment сам сейчас перешел, посмотрим, как это все сработает, потом расскажу. Я не об этом, я именно про таможенные пошлины. То есть вот именно в этом отношении, чтобы нам не лохануться. Про аутовстоки там все ясно, что там, товар на старте. Окей, смотри. В первую очередь нужно работать честно. Да, честно работать имеется в виду, что... Ну, честно, это дорого часто бывает. Вот в чем проблема в основной массе. Мы же все хотим честно, опять же, работать. Бывает очень дорого. Это дорого, на самом деле. Так что его погадило. Обычно процент пошлины, который насчитывается, это вот 3-5% от стоимости партии по инвойсу. Большинство инвойсов занижаются фабриками, либо же клиентами, отправкой груза с Китая. То есть, по крайней мере, вариант в экономии, да, это занижение инвойса. Тот инвойс, который передает нам клиент, да, там, ты передаешь нам инвойс, говоришь, Вадим, вот мой инвойс, который мне дал поставщик, я занизил его 2 раза. Вот по нему хочу, чтобы ты поставил мой груз. Я беру твой инвойс, по нему везу полностью груз Китая в Америку, растамаживая его согласно тем данным, которые ты мне передал. Или тем данным, которые передала твоя фабрика. В этом случае ты можешь сэкономить. Если у тебя товар едет, выехал на 40 тысяч долларов, перевозил на 20 долларов, в 2 раза пошлину ты себе уменьшил при импорте в США. Лучше я вам отдал на 40 тысяч, и вы там разбили мою доставку по 2 тысячи, и там их раскидали, и все, я мой. То есть как это делается, и никак вообще пошли. Это если мы говорим про экспресс. Mm-hmm. Однако же экспресс... в определенной категории продавцов он подходит. Но если люди, которым он не подходит, а уже на море разбивать партию, нет. Ну смысла. Понятно, понятно, я понял. Вот для процентов. Под экспресс, да. Если у тебя на товар насчитывается пошлина, до 800 долларов вообще без пошлины, до 2,5. Упрощенная система прохождения, ты платишь только пошлину. И выше ты платишь уже полностью по таможку, все так требуется. Поэтому, когда везем экспрессом на несколько маленьких партий,
стоимостью до 800 долларов, которая потом при импорте в США проходит без таможенной очистки. Проходит быстро и залетает сразу на Amazon. Это компенсация, да. Если ты разрабатываешь партию уже в тонну в две, то разбить ее на 800 долларов по 800 долларов, это уже сложнее в разы, потому что партия больше и общий объем посылок меньше в разы будет. Понятно. Поэтому в этом случае уже нужно считать то, что у тебя получается. И переход с экспресса на море может быть, даже оплачивая пошлину, он может быть ниже, чем то, что из экспресса в разы. Понятно, чем там за килограмм 0,9, а тут 6,5. Так, понятно. Теперь по пошлине все-таки вернемся к этому вопросу. Что надо делать? Честно, все хорошо, понял. Честно, мы делаем все честно, все правильно. Вот. Но мы же отдаем логисту, форвардеру. А не этим всем занимается не мы же, не мы ставим. То есть вы нам выставляете ценник, то есть там экспрессом 5,5, 4,5, 6, там, 7, 8 долларов, морем. Многие делают там 0,9, в конечном итоге получается все равно 1,5, ну и все. Единственное, бывает проблема, когда обманывают и на таможне уже в Америке говорят, платите отдельно, там доставляйте отдельно, мы там вот. На корабле привезли, и все, там, дальше разбирать сами, правильно? Такого бывает у нас обман. Да, это все зависит от того, как ты договариваешься, что вы учитываете вначале при согласовании стоимости и условий перевозки. А по поводу пошлин, да, вернемся к этой теме. Как их проверили, да, если ты говоришь, по поводу того, чтобы тебя там не обманули, не кинули, ничего не сделали. У каждого форварда после того, как груз очищен, можно запросить документ, который называется форма 7501, в котором будет точно прописана сумма пошлины по вашему товару. Все абсолютно форвардеры, которые возят, импортируют товары в США, они все работают с этими формами, они все понимают, что это за форма, в каком формате она имеет единый формат, и ваш товар, будет написано ваш товар, количество юнитов данной партии, стоимость партии, общий вес партии и процент пошлины, который насчитывается на ваш товар. Этот документ официальный с таможни США, он идет с эмблемами, с данными по контейнеру, который растамаживается, и как-то подделать его, либо что еще с ним сделать. Ну, это можно сделать, да, но это просто никому не выгодно и не интересно. То есть вам предоставить официальный документ, по которому вы можете проверить, что вас растаможили правильно, и вы не переплачиваете никому за очистку вашего груза. Грубо говоря, вас не обманули. Понятно. Так. Ну, в принципе, я думаю, давайте по вопросам пробежимся. Да, да, конечно. Если они есть. Слышно, нет? Да, слышно. Вот у меня такой вопрос. Денис правильно сказал. Допустим, китайцам мы обращаемся к фабрике, они произвели, назвали нам сумму, там, условно, 100 долларов за доставку, и мы все это пропущиваем там через PayPal там, или через что, через Trade Insurance, имеем какие-то гарантии. А вы, допустим, там говорите все по правильному, с правильными там HS-кодами, вот, со всеми правильными раскладами, у вас получается 300 долларов, но зато мы все делаем, к примеру, правильно. Дальше что-то происходит, товар завис, неважно по какой причине. Вы какую-то ответственность на себя за это берете, то есть вы что-то как возмещаете там как-то упущенные прибыли или что? Потому что если с китайцами мы можем в обратную сторону отмотать, то с вами мы просто на одном языке разговариваем, а деньги-то также будут стоять. Что вы имеете в виду с китайцами отмотать в обратную сторону? Ну, в смысле, я могу сказать, что я не получил товар в Бордонте и вернуть деньги. Trade Insurance, PayPal. Они за доставку тоже возвращают деньги? Ну, если у тебя оплата происходит через PayPal Concurrency. Там в основном ты оплачиваешь не даже по инвойсам. Можно по инвойсам оплатить, можно оплатить просто сумму. То есть, например, у меня товар стоит 1000 долларов, доставка 500. Я оплачиваю просто 1500, первый там
30% 300 долларов, например, оплатил там $330, а вторая платила 770 плюс 500. И все, то есть вот есть у меня общая сумма. Единственное, с PayPal, когда мы диспут будем открывать, мы не сможем там по-нормальному на две цифры диспута открыть, а будем открываться на один. Вот и все. Сначала, по крайней мере. То есть на ту сумму, там, на большую сумму, например. Окей, я, честно, с этим не сталкивался, с китайцами. Я расскажу, как работаем мы. Давай. Это, ну, будет корректно с моей стороны. А в случае, мы собираем все документы, которые вы нам предоставляете, и да, бывают такие случаи, они бывают у всех, о том, что груз застает, он где-то задержал на таможне, либо он в Китае, либо в Америке. Чем больше грузов ты возишь, тем больше количество застает. Не потому что ты хуже возишь, да, а потому что, грубо говоря, процент, который не меняется, да, всех грузов, которые застают, да, которые с проблемами. Просто ты, из-за того, что ты больше возишь, их получается больше. Что происходит в этом случае? У нас были моменты, когда грузы застревали на таможне, грузы у нас не застревали ни разу, чтобы безвозвратно. У нас застревали грузы уже на нашем складе в США, когда их запрещали к продаже. Такой момент был, когда не смогли предоставить все документы на товар, FDA-сертификаты в частности, и груз был запрещен к продаже на территории США. Это проблема, но у нее есть и плюс в том плане, что груз был доставлен к нам на склад, он был очищен и доставлен к нам на склад. Единственный момент, что он был запрещен к продаже. И следующий вариант – это реэкспорт, либо же уничтожение товара на территории США. А в случаях, когда используется другая компания, в которой нету складов в США, товар попадает на CFS Station. И это очень дорогое удовольствие. Да? Я не знаю, как на это будут реагировать китайцы, но с нашей стороны в случае какой-то проблемы мы полностью несем за нее ответственность, но мы несем ее до того момента, пока это находится в нашей зоне ответственности. Если задержала таможня по какой-то причине контрабанды либо любой другой причине, по которой она может его задержать и не выпускать какой-то период времени, в данном случае мы не можем нести ответственность за это своими деньгами, потому что мы не несем на нее влияния никакого. И ни мы, ни китайцы, ни любой другой компания не несет ответственность за то, что делает таможня, да, в этом случае, потому что это государственный орган. Если это либо Китай, либо Америка, это государственный орган. Мы можем максимально содействовать тому, чтобы груз прошел дальше, его очистили, отпустили, он доехал дальше в главную зону. Мы можем нести ответственность за то, что мы сделали что-то не вовремя. Не вовремя подали документы, неправильно их оформили, неправильно передали данные и так дальше. Однако же за то, что груз задерживает таможню, мы можем отвечать за то, что корабль утонул, а он был застрахован. В таком плане. Это да. Но моменты с таможнями и застревание груза, это, ну, мы не можем влиять на законы той или иной страны. Если у китайцев это получается, то это отлично, это супер. Но это вопрос времени и сколько это будет работать в этой системе. Пока это экспресс до $800, это работает просто. И он работает у всех одинаково. А когда это море, либо же это авиа, и это импорт, экспорт уже полноценно происходит, да, без того, чтобы минуть на процедуру таможенной чистки, да, когда происходит до $800. Это уже более сложная процедура. И как себя поведет в этом случае китаец, да, насколько он готов будет вернуть те или иные деньги, тот же PayPal и Credit Assurance, которые как бы без разбирательства возвращают деньги, но процедура происходит долго, и на самом деле у нас был случай, когда возвращали деньги через PayPal от китайцев, и в итоге PayPal так деньги не вернул, они зависли на разбирательстве. Ну, то есть в таком плане, да, мы делаем все для того, чтобы груз дошел до конечного пункта. Однако же есть моменты, на которые никто не имеет никакого влияния, в принципе. Понятно. Так же, как и китайцы все время. Так, еще вопрос есть? Вопросов нет. А если груз просто потерялся, не могут его найти? Есть какая-то страховка или еще что-то? На моей практике ни разу не было такого, чтобы груз
просто потерялся. Ну, если гипотетически. Чисто гипотетически это может быть. Однако же большинство, все грузы имеют трек-номера, все грузы отслеживаются. С морскими грузами это исключено, с нашей компанией, по крайней мере, да, то, как мы работаем. А с авиагрузами это практически исключено. Единственный момент здесь может быть, когда грузы пересылаются не аэропорт, да, если это еще пункт промежуточный, который залетает в аэропорт, самолет выгружается и перегружается в другой самолет. По опыту скажу, у меня такого не было. Если посылка потеряется, мы компенсируем стоимость того груза, который был в этой посылке. Ну, это да, это мы делаем. Если это было по нашей вине полностью. Если он застрял на таможне, и есть официальный ответ о том, что его задержали, то мы несем ответственность в каком плане, что будем делать максимально все возможное с нашей стороны, чтобы груз отпустили, и он продолжил свое движение. Потому а страховать? Это... Вы страхуете, стоимость сразу входит, когда перевозим? Или надо мы отдельно страховать? То есть вы предупреждаете, если вы застраховали, то вы, соответственно, получите 100% возмещение при таких-то, таких-то обстоятельствах. А да, если так, не застраховали, то ответственность никто не несет за ваш груз, получается тогда? Да, все верно. Угу. Есть вопрос интересный. Если будет возможность сконтачить вашу компанию и производителей, мы будем платить через ТА непосредственно китайцу, включая ваш сервис, то все были бы довольны. Да, согласен, это было бы круто. Вы можете предложить данный вариант своей фабрике, мы готовы с радостью работать. Почему бы и нет? Да, у каждой фабрики есть свои форвардеры, если они сработают, как им. Вы можете сказать, что, пожалуйста, рекомендуем эту компанию. Мы готовы обсуждать все моменты, варианты. Только за. Нам на самом деле не принципиальный вопрос, кто будет платить за перевозку. Вы будете платить за нее, либо китайцы, американцы, какой-то посредник, бабушка, дедушка, кто угодно. Главная задача, чтобы был груз, он был оплачен, и мы привезем его с радостью. Только за, если это будет для вас максимально безопасно, и вы будете чувствовать себя спокойно. Так, еще вопрос есть? А в чем минус, если вот мы говорим о строительстве бренда, если мы везем, не знаю, там майки, там можем их по ходу там носок, как, ну, носков, потому что он дешевле. То есть, ну, в чем тут минус? Почему нужно только вот прям белую обязательно? Я поясню. Мы уже столкнулись с тем моментом, что при определении пошлины официально через таможенную службу США, когда вы подаете запрос о том, что вот я хочу, чтобы все было максимально корректно и честно, возить вот именно вот так вот, да, определите мне таможенный код. Или же, когда инспектор проверяет партию и определяет, что вот в этом случае было конкретное нарушение. После этого таможня, если не ошибаюсь, в течение 5 лет после того, как вы импортировали продукт на территорию США, имеет право пересмотреть сумму пошлин по вашему продукту и по вашему бренду. Данные вносятся по тому, кто и когда импортировал на территорию страны данный бренд. Вносятся данные по экспортеру, то производитель данного товара. И по всем этим отгрузкам пересчитываются те суммы пошлин, которые вы платили давно, еще год или два назад, завозя товар не кармайки, а миски в таком плане. То есть это физику задним числом выставит счет, что ли, какой-то? Вот я да. Физик, я торгую на Амазоне. Счет выставляет на ту компанию, которая импортировала ваш товар на территории США. Ну то есть однодневкам китайцам, грубо говоря, если мы говорим о нечестном ввозе. Да, да, все верно. Ну, насколько они однодневки, я не буду судить, я не имею права говорить о конкурентах плохо, либо как-то обсуждать их работу, однако же вот, имеет место быть. Нам, например, выставят счета на нашу компанию официально о том, что товар вывозился корректно, либо не корректно. Это определенный риск, который мы несем, как форвардер, импортируя ваши продукты и продукты других клиентов на территории США. Потому что вы как физическое лицо сегодня работаете, завтра не работаете, уехали в другую страну, а мы остаемся, мы работаем, и в любом случае мы несем эту ответственность.
А экспресс-доставка – это только до амазонских складов считается? Или на ваш преп-центр тоже, грубо говоря, можно по экспрессу привезти? Экспресс можно доставить в любую точку, двери-двери, как вы пожелаете, указать любой адрес, с которого вы отправляете товар, куда вы отправляете. Не принципиальный способ. Это доставка двери-двери, приезжает курьер в этой стране, в Китае, приезжает курьер, забирает груз на фабрике и привозит его по месту, туда, куда вы сказали. То есть, если я оплатил экспресс, там до 800 долларов мне разбивали его, а партия большая, то вам каждый день там будут подвозить, то есть правильно, оплачивать. Но пикапа у вас не будет, экспресс обычно оплачивается двери-двери. То есть курьерская служба, если мы говорим, да, FedEx, UPS, DHL, они доставляют до двери. И у DHL точно есть такая функция, когда они приезжают, а если они не смогли передать груз, они приезжают на следующий день. И так будут ездить, пока не передадут груз конечному получателю уже на территории США. Да, они будут каждый день приезжать к нам по адресу и оставлять какую-то часть посылок, которые уже прибыли, очищены, уже могут быть доставлены до нашей двери. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Еще вопросы есть? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вопросов нет. Все на майских праздниках. Все, наверное, еще отдыхают после праздника. Наверное. Потом будет лето. Начнем работать в конце августа. Скажите, может, вы знаете, как возить товар, который, допустим, ну, имеет бренды диснеевские какие-то или еще что-то, вот, логотипы там, допустим, или еще что-то, ну, к примеру, там... Я, честно скажу, мы не занимаемся подобными брендами, однако же по рынку, да, все возят экспрессом до 800 долларов, чтобы избежать таможенных проверок на территории США. И также есть ребята, которые используют китайскую почту обычную, посылки до 30 килограмм почтовые и отправляют на территорию США. Это тоже один из вариантов доставки, которые имеют место мы. Или отправляют все отдельно, а потом упаковывают все в Америке. Да, либо официально покупать со всеми документами, то есть становиться официальным продавцом и покупать не поддельные товары, а официально произведенные уже у дистрибьюторов. А вообще такую лицензию можно как-то купить у кого-то? Ну, да, можно. Ну, я слышал, я знаю точно, что ребята покупали лицензии у Disney, у других компаний. Второй вопрос, что это очень дорого стоит. Ну, последний раз я слышал по поводу дизайна на Disney или Marvel, честно не помню, это уже было больше года назад, что порядка 100 тысяч долларов стоила лицензия на персонажа. То есть это достаточно дорогое такое удовольствие, официальное дистрибьюция. Ярослав? Да, я понял, спасибо. Угу. Достаточно дорого. Ну, нужно уточнять. Я просто, честно, не спец в этом вопросе, поэтому не могу гарантировать, что мой ответ корректен сам. Не, ну Amazon все равно, наверное, какие-то вещи запросит, потому что так просто он, наверное, не даст выставить что-нибудь. Снеевская скидка. Ну просто у Amazon, у них постоянно там все меняется. Сегодня инвойсы прокатывают одни, завтра другие, послезавтра вообще никакие. Тут сложно. Политика меняется по ходу претензий к Amazon. Уже под работу непосредственно в момент работы. Да, тут сложно, так сказать, такие вещи. А кто-то у вас заказывал услугу, чтобы можно было написать «сделано в США»? Ну, то есть, условно говоря, там, да, две запчасти какого-нибудь одного там прибора или что-то в этом духе. Привозишь частями, там, не знаю, производишь упаковку на территории США, у вас на складе все это запаковывается, собирается, и что это дает право написать там «Made in USA»? Есть такое или как? Мы можем это сделать,
Однако же с юридической точки зрения, насколько это правильно или неправильно, там законно, незаконно, я не могу судить, потому что, честно, я не специалист в этом вопросе. Да, работу саму таковую мы можем сделать, это не проблема. Там непонятная степень уже... локализации, просто надо просто уточнять юридически точно. Для каждого товара вполне возможно она разная. Да, все верно. Можно, наверное, указать, что собрано в юристе, и тогда будет с точки зрения юридической... Да нет, гадать смысла нет, надо просто точно все это сделать, и все. Я знаю, что просто это делают, как нас, всегда по-простому. Вот, это одна история. А если действительно делать как-то более-менее правильно, то надо просто юридически консультироваться, да и все, как это правильно. Но мне вот объясняли, я уже просто забыл, у нас давно по этому поводу уже там лайв был, в нашей закрытой группе, у нас ребята, наши ученики, они сами профессиональным транспортом занимаются, но не для Амазона, а вообще. Вот. И они, соответственно, как раз нас консультировали по этому вопросу, что там на самом деле степень локализации не такая уж и большая. Нужно, чтобы писать модель США. Надо просто уточнить, я еще говорю, вполне возможно, что для разных товаров это будет, ну, разные какие-то условия. А если, кстати, вывозить товар по частям, растаможка его дешевле? Зависит от товара, от того, какие комплектующие непосредственно вы будете завозить. Нужно смотреть. В большинстве случаев само сырье вывозить дешевле. Нужно смотреть просто по таможенным кодам и по тому, к какой категории относится определенный товар, потому что это очень важно. Мы индивидуально можем рассмотреть любой случай, можете к нам обратиться, и мы с вами вместе проработаем какой-то кейс в этом плане. Ясно. Спасибо. Еще вопросы? Вопросы. У меня вопрос. Мой товар содержит химикаты. Производитель меня предупредил, что могут быть проблемы, что требует в Амазоне по этому моменту. Ну, вот когда по моему опыту, такому супер-мега непрофессиональному, не знающему вот этих нюансов, правил там и так далее, мы делаем на начальном этапе лизинг, потом делаешь шипинг, потому что раньше на момент того, как мы пишем лизинг, вылетал хазмат. Сейчас на те же самые товары при написании лизинга у нас не вылетает хазмат. Но вылетает хазмат при написании шипмента. Ну там, вот. И, соответственно, вот таким образом мы для начала, для такого супер-мега самого лайтового формата, это достаточно быстро делаешь шипмент и лизинг. То есть вы сразу сделали, уже более-менее понятно, что у вас требует. Там хазмат, там, я не знаю, еще что-то. Ну вот, от этого отталкивается. Мне кажется, это самый такой простой вариант. А потом уже надо у людей специалист просто консультироваться, да и все. Ну, по-другому никак. Да при шипменте уже тоже ничего не вылазит. Я 4 товара создал специально, уже самый длинный висит 1,5 месяца. Так ни одного хазмата не пришло. Ну, вот. А это бабри там и типа того, чьи там, ну то есть точно совершенно должно быть что-то. Ну, есть, короче, какие-то моменты непонятные, потому что и Amazon меняется постоянно, условия меняются, сложно сказать. Но в любом случае, из-за этого вот и проблема, то что война покажет. Бывает, она показывает не то, что надо. Вот. Но вот, к сожалению, по факту уже происходит из-за этого. Такой должен быть оправданный просто риск, надо просчитывать все эти риски, да и все. Ну вот шипмент попробуйте сделать, если у вас лизинг поднялся, я говорю. То есть шипмент, он хоть как-то закрывает эти моменты. У нас сертификаты очень многие вылетают позже. Ну вот, у меня, например, один мой товар отправили на таможню. На таможне завис он в Америке по этим пестицидам. Все возят, один я там на таможне сижу. Ну вот, должны были привезти 12 февраля, до сих пор еще ничего не привезли. В Китай даже. Ну, так что... А, или на китайский там можно. Ну, короче, там, ненормально.
Вот, всякие моменты бывают. Товары разные. То есть везде-везде надо вот эти вот все моменты узнавать, но просто бывает узнать негде. Потому что Amazon очень часто бывает нишами чистит. То есть все торгуют, потом бабах, все перестали торговать. А мы именно с таможней ушли. Так, еще какие вопросы есть? У меня есть вопрос, ребят. Какие темы для вас подготовить к следующему разу, чтобы ответить непосредственно то, что вас интересует, то, что вас пугает, согласно той компетенции, которую мы имеем? Потому что я вижу, люди каждый раз в онлайне одни и те же, да, и чтобы мы готовили то, что вам интересно, то, что мы пугает. Я бы хотел лично от себя, это именно вот эти товары, с которыми или вообще не надо связываться, или надо как правильно делать. Ну, то есть я тебе уже говорил, сыпучие, магниты, там, батарейки, жидкости, аэрозоли, химикаты и так далее. То есть на конкретных примерах, какие у вас есть, с кем вы работали, то есть с такими товарами, как эти проблемы люди решали. Вот как я, например, сказал, листинг, шипинг. Как можно, по-другому может быть подход какой-то. Или просто вас спрашиваешь, вы говорите, вот чисто можно, это нельзя. Должны быть документы такие, вот и такие. Вот. Потому что я помню, батарейки рассказывали, что надо возить только через Гонконг. То есть какие-то такие вот моменты именно, ну, специфические. Я бы такой... Окей. Потому что очень много товаров, а мы просто мимо проходим их, потому что они, как бы сказать, непонятны для нас. Ну вот, рисковые, так сказать. Да, рисковый. Я не говорю про Дисней, то есть это я понимаю, это дропшиперская тема, там онлайн-арбитраж, не знаю. Это как бы не наша тема, мне не интересны чужие бренды, там я не собираюсь заниматься подделками, там DVD-дисками, там или еще чем-то, а хочу заниматься именно своим товаром и своей маркете. Но там тоже среди этого полно кучи геморройного товара, с которым даже там, я не знаю, китайскую таможню не преодолеть. И еще момент. С другими странами, кроме Китая, вы работаете? Таиланд, да. Индия, какие? Тайвань? Нет, Тайвань. Ну, Тайвань, понятно. Пакистан. Индия. На самом деле, практически все страны на условиях FOB мы работаем. Что такое FOB? Это условие, когда поставщик оформляет груз на территории страны, то есть затамаживает груз. Угу. В большинстве этих стран они по этой схеме работают, поэтому это не проблема. Понятно. Ну вот давай тогда вот именно геморройные товары на следующий раз, на следующий понедельник. Для общего развития, чтобы лишний раз на грабли не наступать. Вот, может, узнаешь там у ребят, какие, с кем работали. Вот. Какие конкретно можно товары, например, то есть вот такие товары возить точно не надо, там, например. Еще один. То есть я вот, например, людей, когда консультирую по работе, я знаю, вот это уже нельзя, вот это уже запретили. А почему? Кто-то торгует, я говорю, ну вот, например, вот эти товары, они все на FBA. То есть даже на FBA их нет. Или там, или еще что-то. Например, товары там, те же отдал тема, например, при доставке, что там надо. Черные пакеты, что, как с ними работать? Ну, угу. Ну, то есть вот, чем больше, тем интереснее. А, вот это магниты разной мощности, тоже что-то разница есть, по-моему. Где? В магнитах разной мощности. Ну да, не, ну я уже говорил, магниты там все вот эти вот, потому что вроде маленькие батарейки прокатывают, большие нет, там хазмат пишет, что там то-то, МСД-сертификат, хорошо, МСДС. Ну, то есть, ну вот я говорю, вот эти вот моменты, чтобы просто еще раз пробежаться по геморным товарам, которые вообще не надо возить. Ну, то есть они там требуют сертификат, который там вот, $100 000 там за 3 месяца надо заплатить за такой сертификат или за год. Ну, вот, ну, бессмысленно. Тогда... Окей, я записал. Угу. А к следующему понедельнику мы подготовимся. А, знаком ли ты с системой доставки DDP? Конечно.
это доставка, при которой пошлины уже включены в стоимость перевозки. Это даже не система поставки, это не система доставки, да, это условия поставки. Когда вы общаетесь с поставщиком своим и заказываете товар, в зависимости от условий поставки, которые вы оговариваете, поставщик вам дает цену за товар, который включает в себя какие-то определенные дополнительные возможности. Да. Если мы говорим о DDP, то это когда поставщик доставляет товар до двери с уплатой пошлины, таможенных пошлин. От двери до двери, так называемое, да, получается? От двери до двери с уплатой пошлины. То есть пошлины уже включены в стоимость перевозки. Это DDP. Когда поставщик это заранее включает. То есть это условия поставки от поставщика. Это не условия поставки форвардера. Это условия поставки непосредственно поставщика. Того человека, у которого вы покупаете свой товар. Ну, у фабрики, у человека, у посредника и так дальше. А по закрытой нише не понял вопрос от Вадима, если честно. Да, ниши закрыт достаточно. Какая закрыта конкретно? Ну, в перевозке аксессуаров и телефонов нету проблем. Можно набрать их и везти. А покрытие ниши на Амазоне, ну, я, честно, не специалист в Амазоне, я занимаюсь перевозкой. Линзы можно возить спокойно Авиаэкспресс, без проблем. Ну, в этом нету проблемы, это обычный товар, который перевозится по всему миру. А, чем отличается экспресс от авиа? Просто авиа, быстрая авиа? Нет, экспресс — это доставка двери-двери. Когда груз доставляется, забирается у поставщика, в экспресс включается стоимость перевозки двери-двери от поставщика до конечного потребителя. То есть без учета таможенных пошлин и, в принципе, все. Все остальное включено. А таможенные пошлины на отдельного доставляются? Авиа? Да. Да, нет. Авиа, по данной перевозке, непосредственно нужно понимать, что происходит процедура пикапа с фабрики, дальше идет таможенное оформление груза, после этого груз вылетает с аэропорта, летит в другой аэропорт. Это все отдельные процедуры. И потом он растамаживается и уже доставляется до двери. В этой цепочке может участвовать 3, 4, 5, 6 различных компаний. А при экспресс-перевозке в 90% случаев это одна компания, которая имеет свою курьерскую сеть по доставке груза. Ну, в большинстве случаев. Да? Если мы рассматриваем крупные компании, DHL, FedEx, UPS, которые имеют свои представительства во всех странах мира. А если при DDP тормознули товар на таможне США, кто отвечает за это? Ну, все зависит от того, какая у вас договоренность с поставщиком была, да, что прописано у вас в контракте. Потому что условия поставки определяются контрактом. И они на самом деле не являются каким-то единым целым, да, либо единым там сводом законов, как это должно регламентироваться. Все зависит уже дальше от того, какие договоренности вы прописывали с поставщиком в контракте на поставку. Если там указано, что в случае, когда товар задерживают на таможне США, тогда за это отвечает поставщик. Тогда за него за это отвечает поставщик. Если указано, что за это отвечает покупатель, ну, сами понимаете, это уже юридические тонкости контрактов с поставщиками, ну, которые вы можете обсудить с юристами, либо же можете посоветоваться со мной максимально в компетенции, я подскажу. Так, еще интерес к товару косметика, ребята, выход в Китай на поставщика. Окей, без проблем, нужно понимать, что это за косметика, в каких объемах, из чего состоит, брендовая, не брендовая, можно рассматривать перевозки. Проблем особо нет, если есть сертификат, ну, если необходимы и есть сертификаты, то проблем практически нет. Контакты я ссылку сброшу на нашу страницу в Фейсбуке, можно прямо на нее писать, мы на нее отвечаем в рабочее время, но там не рабочее отвечаем в большинстве случаев. Все вопросы, которые есть. Ну, я повторюсь, Вадиму еще раз по поводу ниши. Мы не занимаемся открытием ниш, мы занимаемся перевозкой. Наша тема – это доставка груза с точки А в точку Б. По нишам, не знаю, Денис, может, подскажет вам.
вот открытие, закрытие, как называется. Денис? Да я даже не знаю, о чем говорить. Перечисление закрытых, открытых книг, что ли, там? Только ниша закрыта. Просто в зависимости от товара, я думаю, там есть определенные моменты, сложности какие-то. Просто я, честно, не разбираюсь в этих вопросах. Понятно. Ну, вы можете написать нам на страницу, а мы с радостью поможем доставить ваш товар. Многие поставщики не хотят заниматься доставкой товара, это нормально. То есть, ну да, это их тема. Просто когда мы выбираем... я, например, выбираю товар, просто выбираем много поставщиков, обрабатываем всю нишу. Бывает такое, что вообще ни одного производителя найти невозможно. Или там поставщики неадекватные. Все бывает. Бывает, из этой ниши просто уходим, не работать не бываем. Бывает, приходится подстраиваться и работать самим. Бывает в нишах, никто там PayPal, Trade Insurance знать не знает, что это такое вообще. Там платить идти, там, TTM там, или еще что-нибудь. Ну, там, по-китайски и все. Ну, бывает, надо смотреть опять риски, насколько интересен товар, насколько он эксклюзивен. То есть есть свои плюсы, всегда есть свои минусы. Надо смотреть, что выгоднее. Вот, и каждая проблема решается. У него он считает, доставка просто, когда производитель сразу выставляет ценник там. Amazon Dallas примерно доставка будет там стоить, примерно там $5 за килограмм нашего товара. Вот, и наш товар там стоит $2. И бывает это невозможно. Приходится идти к логисту. Просто в любом случае я принимаю решение в конечном итоге по выбору товара только после того, как я точно знаю цену доставки и цену производства. И срок еще производства. Но срок он как бы третий. Тут опять надо уже посмотреть, понимать, сколько ты денег туда вкинешь и насколько долго тебе надо будет там логистику делать. Ну вот, то есть по логистике сколько ты денег больше или меньше потратишь. Так что вот все достаточно просто, ничего такого нет. Ищите тогда тот, кто вам будет форвард доставлять, чтобы тебе дали точные данные, они прочитали его и получили, конечно, себестоимость. Так, Вадим, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на свой лист, на своем листинге делать ФБТ со своим двум товаром без Together. А, by Together. Но это не ко мне, это к тебе. ФБТ. Да я, честно, вряд ли это ко мне, это по поводу листинга на название. Ты скажите, пожалуйста, есть ли возможность на свой листинге сделать ФБТ? Я просто не пойму, аббревиатуры. Ну, насколько я понимаю, buy together – это покупай два товара вместе. Но, честно, это все можно сделать, это в рекламе, не спонсоры, там, а что там, advertising, и есть там раздел promotion, и в промоушене там можно разные набрать промоушен, где мы купоны делаем, там вот, соответственно, есть вот эти штуки. Вот и все, и там настраивается это все. А я сейчас брошу контакты наши для связи, там сайт и Facebook наш, который мы поставим на связи, так что можно писать мне в личку, я по возможности отвечаю всем на вопросы, которые задаются. Будем рады сотрудничеству. Ну да, да, в принципе, можно заканчивать. Вадим, если что, мне в личку там напишешь, потом разберемся. Я просто засыпаю уже, мне туго-туго соображаю, и момент... Я кинул коммент под эфиром сразу же. Да, про себя. Вот. Я просто по поводу купить два сразу, там разные варианты. Если где они нам предлагают Amazon сам, это одно. Если делать в виде промоушена, это другое. Это достаточно редкие такие варианты. У нас по обучению видос есть по этому поводу. Денис как раз там все промоушены прошел. То есть, как купоны сделать, как сделать вот buy together, там, я не знаю, там, как сделать купи 2, получи скидку 10%, купи там 10, получи там 20% скидку. То есть, ну, просто работа с купонами, все. Ну, работа с промоушеном, так сказать.
Вот. Это, наверное, вопрос больше, наверное, по бандлю, объединение товара, в упаковке. Я даже не знаю. Ну, я говорю, ну, надо или голосом просто уточнять там. Если мы говорим про набор, там, это другая история. Мне кажется, нет. Может, ну, все что угодно может быть. Я туго соображаю, наверное. Да. Вот. Не обращаюсь, что там, в любом случае можно уточнить. Я как понимаю, что если действительно по промоушену, в промоушене там много разных вариантов, я честно могу сказать, такой промоушен не делал. Даже у нас вот видео по обучению есть, мне надо самому посидеть, посмотреть, поучиться. Просто, ну, когда этим не пользуешься, никогда нет необходимости. Я не знаю, могу сказать одно. Многие ребята пробовали на второй фотографии писать, там, я не знаю, скидка, давать главный вот этот купон, там, скидка 30%, там, 50%, и никто не покупает. У меня был опыт, я делал покупку два набора, и там... У меня была идея такая, когда я начинал. Тоже вот я загонялся на все вот эти инструменты, пытался выстроить именно систему, как это будет влиять. Мне не сработало вообще никак. Да, были двойные покупки, да, там купите набор, два набора купите по цене, там, я не знаю, 15% скидки. Ну, по-разному, там текст можно с мамой писать. Вот, у меня ничего не сработало особо, ну, на скорость это не влияло, я... Продавал там с горем пополам, 2-3 штуки, сейчас без никаких этих промоушенов, без ничего, там 100 штук продаю и плююсь, как мало, мало денег, и маленькие продажи. Вот, из-за этого я даже не знаю. Много, очень много за вот этот период времени, сколько мы там работаем, очень много всего отсеялось. Вот, и из-за этого сложно сказать. Причем, это не значит, что мы только вперед идем. Бывает, приходится откатываться назад, бывают какие-то... моменты, связанные с тем, что у нас там работает, не работает, что-то работает, что-то уходит в никуда, что-то заново. Так что... Вот, если говорить о листинге FBM, но я против этого, я не делаю раздачи по FBM. У меня вот сегодня, пару дней назад, у меня, например, там, никакой вариациями не делал, то есть не знал, как вариации делать, там, месяц назад, наверное, может два, вообще не знал, как там склейки, как там расклейки, как мерч там и так далее. Ну, просто жизнь заставит, приходится суетиться, разбираться, и ничего там сложного нет. Но вот у меня на днях склейка, вариация из 5 товаров. Смотрю, один товар не в рекламе плохо, ну, совсем плохо. Начал смотреть, смотрю, у него 0 отзывов. Хотя вариации, они же суммируют отзывы, то есть у всех там, например, там 80, а у него 0. Ну вот, начал разбираться, просто там заблокировали листинг, и туда нельзя кидать отзывы. Хотя я туда залил как минимум 130, что ли, или 230 отзывов. Вот, но они еще не дошли, то есть там идут выкупы, шли. И вот как бы люди это, мне сейчас сегодня скинули как раз, что там не дают написать отзыв. Но сегодня один отзыв проскочил. То есть, ну непонятно, это Amazon просто. Тут вообще, ну, вообще ничего не понятно. Как это все работает, когда это сработает или не сработает. Вот, нет единого решения для одного товара, и не надо на это рассчитывать. Вот, что еще сегодня хотел сказать? Хотел сказать, у нас, в принципе, можно заканчивать, думаю, на сегодня. На свое отбомбили. Опять хотел напомнить про наше мероприятие в Москве по PPC. Кому там, кто не родил еще, кто не считает нужным работать с PPC, кому оно неинтересно, могу сказать свой опыт, свой пример. Я был супер кардинально против и никогда с ним. Даже не то, что супер кардинально против, просто я считал, что слишком дорогой инструмент, есть гораздо более дешевые инструменты. Но выходя на определенный уровень, понимая, что в принципе нельзя отказываться ни от одного инструмента, это глупо, просто из-за того, что нет ресурсов других. Просто нет альтернатив вообще. Вот, я на PPC там вот. У меня там сейчас аккаунт один есть, мы там в сотый раз там перерестарты, у нас там перерестарты, и вот у меня позавчера было $650 на PPC вышло за день, вчера ушло 520, вот, сегодня там, я не знаю там сколько за ночь уйдет, вот, но в любом случае, а к чему? Ну, деньги там ломовые, и послушать лишнюю информацию, лишние знания получить полезно, вот, любому. И многие даже мои знакомые говорят, а я PPC не пользуюсь.
Ну и дурак, я бы так сказал. Дело не в том, используешь ты PPC или не используешь PPC. Надо просто знать и принимать решение, знающие. Надо тебе в этой ситуации, не знаю, не надо. Или, например, как бы там ни было, я очень много вижу вопросов по запуску товара. Вот как раз из этой серии запуск товара без того же PPC, к сожалению, сейчас на данный момент достаточно тугой. Вот. И когда мы раньше делали раздачи и двигали ключи по раздачам, вот я могу сказать свой пример. За последние там, пару недель я раздал 1500 товара примерно. И у меня ни один ключ не двинулся особо. Ну, я даже не смотрю, то есть там вам звонят, там что-то двигается, но там звездочки поставил, но у меня особо они не двигаются. То есть у меня нет такой стратегии сейчас на данный момент по раздачам продвинуть ключи. Потому что они не двигаются. У кого-то двигаются, там, кто-то не двигается, кто-то там, я не знаю, купоны там раздает. Но на данный момент они не двигаются. Из-за этого у меня сейчас все старты, они длинные. Они не как раньше, там, на 14-й день я уже там в топах. Потому что у меня нет отзывов. У меня куча товаров, их нет отзывов. Я не делаю склейки. Я там, так как меня там побанили, помучился я долго. Просто оно того не стоит. Ну да, ты король на месяц, калиф на день. Какой смысл в этом? Вот, риски слишком велики, понтов никаких нет. Но можно спокойно на 40-й день становиться там, я не знаю, топ-2, там, топ-3. Никаких проблем особых нет. Если все делать полномерно, правильно и систематично, никаких сложностей в этом нет. Вот. Есть элементарные, то есть, способы это сделать. И все вот эти BM-выкупы и все остальное, вот эта экономия там, лишних $10, пускай даже которые превратятся в 1000 в конечном итоге, но при одном бане вы потеряете просто десятки тысяч там, за день, там, если у вас нормальный оборот. Ну, не за день, там, за неделю. Вот и все. Вся экономия в конечном итоге превратится в пыль просто. И все. Вот. Из-за этого в любом случае напоминаю, приглашаю на это мероприятие. На данный момент у нас по $50 закончилось. У нас сейчас $100 вход. Но так как мы в любом случае работаем над всем этим моментом, просто сейчас у нас как бы двое по цене одного, так скажем, то есть приведи друга там за $100, вот, так что те же самые $50, но в любом случае только на пару, вот и все. А, имейте в виду, это вот на праздники, на майские праздники мы вот такой вот до 15 числа оставляем акцию. Ну, в принципе, какие еще вопросы? Думаю, уже ничего нет, так что спасибо. Да, тебе спасибо, Денис, за то, что дал нам возможность выступить. Всем спасибо, кто пришел. Да, вот вопросами я посмотрю, только Толик тебе ответил. Да, если к Вадиму будут вопросы, во-первых, вот он скинул там ссылку, я думаю, под постом он тоже пару дней посмотрит, если будут вопросы к данному видео, в принципе, ответит. Все, всем успехов, всем пока. На следующий понедельник мы определили тематику, так что приходите, послушаем, что-то новое услышим. Все, хорошего вечера, до свидания всем. Всего пока.